Проблемы развития сферы культуры стали предметом обсуждения премьера Дмитрия Медведева, депутатов и региональных и местных чиновников на форуме «Культура. Национальный приоритет». На что жаловались сотрудники домов культуры и музыкальных школ, и что ответили власти, расскажет Ольга Кочкурова. Колоссальный износ музыкальных инструментов. Он составляет 80-90%. Вы понимаете, год от года они все больше приходят в негодность, и мы не можем качественно показать результат. Преподаватели школ искусств, дирижеры и директора сельских ДК говорили о наболевшем. О потрепанных креслах в залах и не один десяток раз ремонтированных инструментах. Премьер-министр пообещал, на их замену и модернизацию из федерального бюджета будет выделено от 300 до 400 миллионов рублей. Но напомнил, региональные и муниципальные власти также должны поддерживать культуру. Например, развивать театры и поддерживать зарплату работников культуры на достойном уровне. Ведь сейчас в профессии остаются только энтузиасты. Главное, конечно, это заработная плата. Указом президента поставлена задача по доведению ее до 100% от средней по региону к 2018 году. У нас есть опасения, что ряд регионов с ним не справится. Необходимы для этого определенные меры. Мы сегодня их обсудим. Кроме того, на форуме решали, как будет работать система образовательных сертификатов для учеников музыкальных и художественных школ. Полученными средствами лучшие региональные образовательные учреждения смогут оплатить работу педагогов. Систему апробируют уже в этом году в 9 регионах. Сергей Безруков попросил чиновников от культуры не скупиться на награды и звания для актеров. Это могло бы быть стимулом для молодых работать в местных театрах, а не уезжать в столицу. Театр для детей – это, мне кажется, очень важное направление. Поддержка гастрольной деятельности, поддержка и региональных тюзов, кукольных театров, равно как, мне кажется, создание такого крупнейшего, может быть, детского фестиваля на уровне, допустим, федеральных крупных театральных фестивалей, чтобы это действительно было престижно. Кроме того, Кабинет министров выделит средства на развитие детских театров. На форуме также решили разработать налоговые льготы для бизнесменов, поддерживающих культурные проекты. Ольга Кочкурова, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.